Хай, всем привет, добро пожаловать в прохождение Dishonored. Возможно, сегодня я пройду игру до конца, потому что у меня доступно 4 часа в памяти. В памяти, в компе. Достаточно памяти на 4 часа еще. Вот, возможно, мы... Ready to face the Lord Regent? About time we took care of Maisei. Long past time. Ну, что мы пройдем? А какую башню? Я уже забыл. Я вообще забыл, где мы остановились. Вот я между прошлой и этой серией я прошел мир ужасающий каталист, который будете тоже видеть во время этого. Как прохожу, вот здесь иногда некоторые части. This is it, Corvo. Your last memories of Dunwall Tower might not be good ones, huh? So maybe you could make up for what happened back then. It'll be a bit of a climb from the waterlog. Что-то мне там снёшь, что я сильно Most нравится. important thing is killing the Lord Regent. Built himself quite a place at the top of the tower. Calls it his safe room or something. Crazy if you ask me. Another point of interest while I'm giving you the grand tour, Corvo. Broadcast control station here, where all them announcements come from, might be worth looking into. You ready? Next time I see you, the Lord Regent will be dead. And if not, well, it was an honor to serve with you. Ну, это я рад слышать. Ну что, поплыли. Да ну ладно. Так, ну походу мне наверх, да? Да уж. Не, конечно, даю. Кого-то вы сами не догадались, да? Давайте проверим, что у нас тут. А? Тут у нас есть две руны. Одна у нас 80 метров, другая это, а другая у нас прямо тут. То есть туда можно будет залезть. Ну, не знаю. Надо будет залезть там туда, не надо будет залезть. Я, наверное, буду все-таки как-то так играть, короче. Если получится взять, то это получится. Если не получится, не получится. Ну ладно. Ой. Как там приседать можно, надо было. Раз забыл. С. Ух ты. И все. Я что-то такой медленно. Ну хорошо, хорошо. Медленно так медленно. Да. Бывает. То есть надо пробраться эту в башню зачем-то и что-то набытое. Ее, конечно, можно попробовать только это добраться, но. Ладно. Не буду. Этой фигней заниматься тут. Лучше пойду сразу проходить. Сказал. The Lord Regent conducts all his business and takes all his meals in his safe room. Eats way up there on the roof. Don't he get dizzy stomach? He doesn't eat while looking over the edge, dimwit. Though he has been known to take in the view now and again. Oh, sure, I get you. I've taken the view in once in a while myself. What? Хорошо, понятно, где мы находимся. Как понимаю, она будет шмарять во всех, да?
Ну это хорошо. Если будут во всех шмарять. Если они сюда побегут, ничего страшного нам не будет. Attention, Dunwall Tower personnel. All new assignments report directly to the duty officer. Hey, what was that? Так, интересно. Щит. Да уж. Не, прикольный вид. Вот серьезно. Прикольно это все выглядит. Длинноножки. Attention, Dunwall Tower personnel. Remain on post until you receive further orders. Как я знаю, что их убить, надо будет на них напрыгнуть, типа. Should we gather for whiskey and cigars tonight? Yes, of course. Huh? What the fuck? He won't stay hidden for long. Вас что нас не спалили? Вот тут проблем я не хочу. Вот на этом уровне я уже не хочу проблем, что меня палили. Чувствую, что это будет не очень, если меня спалят. Башню. Так, это кто такие? Интересно. Интересно, интересно. Ой. What is going on down there, General? There are no reports of any disturbances, Lord Regent. I don't care. Double the guards anyway. Triple them. Make sure everyone is doing what needs to be done. Yes, Lord Regent. Since the rooftop is secure, you should stay in the safe room for now. My men and I will ensure no one gets up to you. Yes, you do that, General. I'm heading up. Keep this area secure and use that alarm if you're new assigned. Дополнительное задание. Окей, все очень интересно. Там кирец. А, мы можем уже бегать на самом деле. Можем бегать, если нам ничего не будет. Сейчас брат забыл. A citywide ban on whale oil is now in effect. Citizens are encouraged to bring any whale oil in. А что мне сделать, его убить, что ли, да? Так понимаю. Поговорить. The city watch at once. Anyone caught burning oil will be subject to arrest. This message is a directive from the Lord Regent himself. We must all trust in the Regent. Please. Please don't hurt me. You're here to kill the Regent, aren't you? Spare my life. I can help you beat him. He makes recordings on audiograph. Secrets. Some that would destroy him if others heard. Played on this amplifier. His confessions would be broadcast throughout the city. He'll be ruined. The audiograph card you want is in a safe in the Lord Regent. Okay, 935. But I was able to see the combination over his shoulder. 935.
Trust me, what's recorded on that card will do the trick. 9-3-2, да? 9-3-2, наверное. Девять, три, два. Та два, три. Та я что-то прослушал не так. Или там пятерочка была? Какие там пароль был? А. 9-3-5. Ну ё-моё. В смысле, подождите-ка, что? Выключил, что ли? Хоть на это спасибо. If I explain, then you will see I am not at fault. My poverty eradication plan was meant to bring prosperity to the city, to rid us of those scoundrels who waste their days in filth and drink, without homes or occupations other than to beg for the coin for which the rest of us toil. And it was a simple plan. Bring the disease-bearing rats from the Pandician continent. I order you to put down your weapons. This is treason. The plan worked perfectly. The Empress assigned me to investigate whether the rats had been imported by a foreign power. I knew the truth would come out eventually, so there was no other way than to be rid of her. Минимальная, вообще максимально стелс, можно сказать. И вообще даже никто не подозревал, вообще никого никто не видел. Удивительно, как-то получилось. Ну это хорошо. Конечно, завалил пару человек, но... Чего топает так сильно? Наверное, лучше всего забраться на крышу. Намного безопаснее. Здорово. You ready to go back to the Hound Pits? Mm-hmm. Thanks to you, Corvo. All right, let's go.
Достаточно? Хорошо, прошли. Два убийства. Смогли? Найдено ваша жертва. Чё, паники-то не было. То есть, мы можем вполне... проходить по максимальному стелсу. И это пупенно, потому что можем бегать. Makes me uneasy to tell the truth. A small fry like me always gets the worst of it. But maybe it's going to be different now. The Lord Regent is gone. The Abbey has a new high overseer. I'm guessing our work is almost done. The others are in the bar. No doubt waiting to raise a glass in your name. Me, I think I'll just linger out here if you don't mind. Reflect on things while we have a moment. Congratulations, Corvo. Спасибо. Тут у нас ничего нету. Это хорошо. Corvo! Everyone says you did something good tonight. I'm tired of being afraid. When I'm Empress, I'm going to make everyone else. Oh, здорово. That's it. The Lord Regent's done. Farewell to Hiram Burroughs, you scheming piece of shit. Now we can bend the law to pardon our past crimes, Corvo. We'll find Dao, the assassin the Lord Regent sent to butcher the Empress. Then you can have your revenge. We'll have to move fast to clean up his mess. The armed forces will do their job. Martin has control of the overseers, and you, Trevor, do whatever it is you do with Martin. That's Lord Trevor Pendleton to you. Without me, you'll never command the nobility. They'll tear you apart like a fish. Sorry, Corvo. We're nervous. Your work is done. The coronation will be an impromptu affair. It still requires much preparation. Most of it we can handle, but there is the matter of security. Emily will be vulnerable to whoever killed her mother. I doubt history will repeat itself, but you must be sharp and wary tomorrow. He's right. Rest. Restore yourself. Raid Piero's wares. Restock your ammo and make yourself ready. Just in case. To Corvo, the man who served to change the course of history. To Emily Cole, and the new dawn rising for Dunwall and the Empire. Glug, glug, glug. Yahoo! Have you given Emily much spiritual education? The seven scriptures. Поговорим в нашу комнату, да? Поспим, слушай! Как понимаю, мы спать, да, пошли? Кровать, да. Ну что, поспим-то? What the fuck? Чего? Чего? Чё? Samuel, you move like you've been drinking. Did the poison work its magic? Is he dead? It better have worked. It cost me a month's profit. Yes, sir. I believe Corvo has breathed his last. Just as you wanted. You've done a fine job. Ах, уж. Remember, we need the body. Ну всё. If we come forward with the corpse, вам полная попа. Will be greeted as heroes. Yes, it'll grant us legitimacy. Предатели они. Так я Сирию назову. Предатели. И ты туда же. Yes, sir. Ну все, вам. Ну все, я всех перебью за это. Why I keep sticking my neck out for you eludes me. But I only gave you half the poison, Corvo. They were watching me do it, but not close enough. Maybe you'll survive it. I can hardly blame them for turning on you, after all the people slaughtered in the name of this cause. Those are crimes of state. And maybe they figure it'd be too hard to control Emily with you around. Could be they're right on that score. I'll drop you in a boat, and then I've got to ship out That's the next thing. Makes the most sense. If you're lucky, you'll wake up and find your way out of this doomed city. If not, well, goodbye.
На телефонах она бы пошла бы вот так бок. Вот именно вот этот момент. Так. И что теперь? Вот. Затопленный квартал. This is the one who was with the Empress when she died. Poisoned. Tivian stuff. Amateur work. He'll live. That's up to Dowd. Это кто такие? Ты чё за сталкера? По крайней мере, они это осторожно все делают. То есть они за нас теперь. Имеют, походу, такие же способности, как и у меня. Я недалеко от этого места, кстати, как раз это. Достаточно рядом. А, мы пару таких же завалили. I know a great deal, bodyguard. I recognize those marks on your hand. A gift from your friend. The one who talks to you in the dark. Talks to you when you visit his shrines. I visited those shrines too. And I know what it felt like to shove a blade into your empress. But I don't know you. Who you are, and who you fight for. You're a mystery, and I can't allow that. Нет. Я же его прокачивал. То есть они все с одним и тем же чуваком, только он им не говорил, что мы как-то с ними будем связаны. Так. О, мы опять тут, а? Я думал, что мы тут будем, но... Here you are at last. In a ruined and drowning world, held captive by the man who killed your empress, the assassin, Dowd. Your friends poisoned you and dumped your body in the river. Did they do it to protect themselves, so no one would ever know what they'd done? Or was it because they were a single move away from controlling an empire, and they knew you'd never let them manipulate Emily? Maybe none of these. Perhaps that's just the nature of man. То есть это те, которые убили эту императрицу, да? Ну окей. То есть нам надо будет их завалить? Как я понимаю. Нет, крыса, фу, уходи. Я в бочке. А что, они маску не убрали у нас? Так, сейчас очень все интересно.
сюда. Хорошо. Вот. Что это такое? Так, я сейчас снаряжение возьму. Я даже уже не знаю, как серию назвать. Тут столько всего сейчас случилось. Сердец. Я могу по ним забираться? Странно. Я бы забрался. Клёво, как там можешь забраться? Так. Why would he come back here? Hard to say, but we should watch the streets. We'll see him from the rooftops. All right. If nothing else, we can cut him off at the market. He can't get through the rail station without the key. This one is resourceful. You'll find a way. О, у нас же полно этих рун. Можно что-то всякое тут сделать.
Так, тут не очень. Так себе местечко. Так. Как я понимаю, мне надо принести одну такую. Так. Замбарю. Стечка так себе. Ну, конечно, так. Все ты так можешь сделать, но... Давайте посмотрим. А, что там? Вот это хотел бы попробовать. Как это вызвать? Все, пошел свой. Стандартное. Понятно. Не до конца крутить. Вот там опять эти растения. Стрёмно, я даже не знаю, как комментировать. Ага, вот я. Интересно, что они тут с ним делали?
Это мне уже не нравится вообще. Опа-на. Не, они все-таки нам враги, да? Ладно. Туда. Тут, как говорится, я попал. Раз просто меньше всего делать. Здесь есть проход другой. Через другое место. Их тут не было. Seems to trouble him gravely. Yes. I feel that we've reached a turning point tonight. Yes. Good luck on your assignment when you're permitted to leave. Чуть не попался. Вот иногда раздражает, что я путаю кнопки. Потому что я их путаю, если не замечаете это. Что я их путаю. Так.
Master. What is it? Forgive me, but we can't seem to stop him. He's crossed secure perimeters almost at will. It's more than possible he's nearby. We failed you, sir. What are your orders? Orders remain the same. But I suspect it won't matter. I know where he's going. He will come to me. He'll have to. So you've lost it all. Ruined at last. Lord Regent, Royal Spy Master, Hiram Burroughs. You small, worried men. Test yourselves against Corvo. And now we fight a duel that no two others could fight against the ticking of the clock. I've waited for this. Let's see if the outsider will save your life or mine. Why are you fighting? For the men who poisoned you and left you to die? For your dead empress? Да ничего себе. То есть это еще босс какой-то. Так, это уже будет сложнее. You'll never know how many times I've thought about trying to get close to you again. Just to put a piece of sharp metal in your eye. But now there's no need. You've been taken down by the same apparatus that gave you life to begin with. Laws and courtrooms and the mighty swell of public outrage. Good riddance to you, sir. So many schemes you had, and so many contracts. How many people did I kill for you? None like the last. None like her. I'd give back all the coin if I could. No one should have to kill an empress. Так. Так. Все, тут чисто. Опасный парень-то был, а? Вот. Теперь все нормально, да? Ну что, давайте дойдем до определенного момента. Просто сам не знаю, просто уже 45 минут, надо уже, ну, по моему таймингу уже заканчивать. Не знаю, стоит ли сейчас заканчивать. Стоит ли это? Еще немножко продолжить. Туннель к воротам. Ладно, раз, спасибо, что смотрели, надеюсь, вам понравилась серия, какая-то опупенно получилась, она очень необычная. Нас предали, нас поймали, теперь мы сбежали, всех завалили, и да, вот это да. Ладно, все, всем пока.